Подмосковье – первый регион России, который системно вводит раздельный сбор мусора и его вторичную переработку. На сегодняшний день в Одинцовском городском округе эту работу осуществляет русский региональный оператор. Экология стала одной из центральных тем обсуждений. Вопросы идут острые, именно те, которые действительно каждый день, выходя из подъезда, наших жителей беспокоят. Это и мусор, и работа регионального оператора, и как проходит реформа, что ждать от рекультивации наших полигонов, что сейчас происходит в здравоохранении. Мы на пороге большой реформы здравоохранения на территории округа. Будем объединяться в единое медицинское учреждение. Тоже много вопросов и у самих медиков, и врачей, и среднего медицинского персонала, так и у наших жителей, потому что их волнует качество и волнует лекарственное обеспечение. Также глава муниципалитета подчеркнул, что еще одно важное направление в сохранении экологически чистого округа – содержание водоемов и прибрежных зон. Еще одно важное направление в этой части, в части экологии – содержание водоемов и прибрежных зон. В этом году, в апреле, мы дали старт масштабной акции, называется она «Прибрежный патруль». Была сформирована межведомственная группа, ее задача – провести проверку всех водных объектов, прибрежных и водоохранных зон. Взять пробы из рек, из водоемов, а также проверить, и пробы берутся в связи с тем, что мы хотим проверить, нет ли сбросов с наших очистных сооружений или никаких-то незаконных сбросов в наши водоемы. Форумы проходят в первую очередь с целью выявить проблемные зоны и найти пути решения. Для этого активно в работе участвуют общественники. Мы всегда смотрим, как город, как жители, насколько перестроилось, какие есть проблемы, почему есть проблемы. И с первого взгляда город очень чистый. Действительно, практически все площадки, вот, которые я лично видела, меня не возили. Я сама ездила, никого не предупреждая, смотрела, заходила в разные дворы, в разные районы причем. И чисто. В рамках форума участники посетили компанию «Энергосервис». Производители поделились наработанным опытом и рассказали об эффективности процесса, ответив на вопросы гостей. Вопросы задавались, насколько нам сложно заниматься производством энергооборудования, какие у нас заказчики, как мы находим эти заказы, как выигрываем тендеры. В принципе, обсуждались насущные проблемы производства. В принципе, и нам было интересно пообщаться, и мы поделились своей точкой зрения. Форум доказал свою эффективность. Подобные мероприятия проходят по всему Подмосковью. Ставится конкретный вопрос, ставится жестко, прямо. И представители власти отвечают на это тоже прямо, не виляя, не уходя от темы. И вопросы-то ведь исключительно важные для людей. Это здоровье, это экология, это образование. И сидят в зале неравнодушные граждане. Это очень радует, откровенно говоря. Причем далеко не все они члены общественной палаты, муниципальной или областной. Люди просто пришли для того, чтобы принять участие в этом форуме. По итогам форума были разработаны предложения по повышению эффективности последующих этапов реализации программы развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии. Мария Шматкова, Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».